Тикси, большое спасибо. Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Галина Михайловна, полисадничек было с цветочками, все заросло. Пытаются сами это все убрать. Один водитель уехал, другого ждем. Ты можем немножко помочь? Понемножку даются. Угряд. Такая белая. Тетя Валя, устали? Нет. Пойду в тенек постою, устали? Нет. Будем выбрать отсюда, да? Не знаю, правильно мы делали или нет. Мы вообще-то живем в городе. Никогда на огороде не работаем. Дядь Ваня, ноги болят. Скамейка. И лучше. Скамейкой будет лучше, да? Конечно. Посмотрите, сколько всего нашли. Металл. Вот какой-то металлический прилетел. Как зацепился. Сэм, знакомьтесь. А тебе, да? А нам что делать? Хватит. Спасибо за то. Пишу, я вас хоть больше, чем покажу. Нет, спасибо. Нет, нет. А Галина Михайловна с нами работала, не хотела уходить. Говорит, если вы, тогда и я буду уходить, а так нет. Это... Галина Михайловна, надо вам идти отдыхать. А мы пойдем дальше, ладно? Ну, вот мы будем лежать, а вы пойдете еще. Ничего страшного. Работать. До свидания вам. До свидания. До свидания, спасибо. Дядь Вань. Спасибо. Пожалуйста. Мы бабушки Рай. Перекапывают огород. Да. Ребята приезжали второй раз. Они перекрыли крышу, да? Да. На гараже. Поставили мне три окна, дверь. И... Дверь вставили, три окна. Сейчас я вам покажу. Крышу вот так сделали. Три окна вставили. Крышу на гараже. И дверь. Ставили. Как? Ну и палочки у вас. Бобрай. Ну, труба какая-то, да. Сантехническая. Ой. Она сама копает. Чуть-чуть докопать осталось, вот буквально пятачок. А вот и окошко, да, вставили? С двух сторон окошко поставили. И в спальне, там, где я сплю, окошко поставили. О, хорошо. И вот еще два окошка вставили. А вверху дырка. Спасибо. Пожалуйста, бобрай. Здравствуйте. Мы без машины, без наборов, да? Замолчим, я. Все, мы у бабушки Лены. Она говорит, что помогать ничего не надо. Все сделано. Огород соседке отдала. И она там работает, сажает себе. Да, бабушка Лен? Да. Вот уже поправилась, лучше себя чувствует. Да. Ну, хорошо. Вот перегорела, я вчера раздеваю. Стою в очереди, я смотрю до вечера. Учителя мы встретили в городе, стоит в очереди. Да, а нам нужно передать денежку. Мы передаем 7 тысяч. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всем большое спасибо. Большое вам всем спасибо. Да, все хорошо. И мы будем раздавать в общежитии погорельцам. Николаевна, Алла Николаевна и Мария. Мария Николаевна. Один наборчик вам.
Один вам. Это бабулечка. Да, вот девочки, большое вам спасибо. Не хотела наоборот поцеловать вас. Мы обещали привезти, привезли. Еще нести вот это на восьмой этаж. Тяжело, как вы ходите, я не знаю. Да, очень вот не будем вас задерживать, да, больше. Спасибо, спешат девочки, по документам. Спасибо, хорошенький. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Здоровиться. Спасибо, маленький. Всех вам благ. Дайте Бог вам спасибо. Здоровья и хороших спасибо. Мужей. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А мама ваша отдыхает? А он у меня лежит, не, она не спит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот мы обещали, мы и привезли. Спасибо. Два наборчика, один вам, один. Большое сыну. Спасибо. Пожалуйста, вам не холодно, нет? Тепло. На улице конечно. Тепло, а в помещениях еще холодно. Не прогреется. Холодно, а свежо. И второй наборчик. Беспокойтесь о нас. Что-что? Я говорю, беспокойтесь о нас. Беспокоимся, да. Здоровья вам. Спасибо. Пожалуйста. Здоровья и сил. Спасибо, спасибо. До свидания. Ну, тоже хорошо, вот, Светочку. Хорошо, с хорошо. С карманами. Это чуть-чуть, да? Наборчик вам продуктовый, чуть-чуть. Спасибо большое вам, девочки. Откуда вы взялись? У меня день рождения, я восьмой десяток изменила. Ой, вот хорошо так, молодцы. Почаще бы. Да, тяжеленькие, да? Ой, дайте ехать немножко. Нормально, что не переживайте. А то неудобно, скажут, во какую-то показали. Да нет. На выход? Да, вот на город. Ну, пусть будет на выход. Это будет у меня выходной. Тетя, всего хорошего вам. Спасибо, девочки, молодцы. Пожалуйста. У меня как раз день рождения. Скоро. Ну, с днем рождения вас. Вот, я очень благодарна. Почаще приходите. Спасибо за ваш труд. До свидания вам, тетя. Вам всех благ, здоровья. Виктория, мы все еще в общежитии строителей. Наборчики передаем, халатик подобрали. Спасибо вам большое. Виктория с мужем, мы два наборчика. Спасибо большое. Всем с нами. Ну хорошо, ну, хорошо. Тетира. Тетира. Новый год у них. Еще. Лена. Лена. Елена. А вас как зовут? Зовут как? Валентина. Валентина. Ну хорошо, хорошо. Это вот с пятого этажа. Баба. Спасибо, спасибо большое. Это вам? Спасибо. Ой, пальчики, пальчики, чтобы я вас не придумала. А мне нету, да? Это вам. Есть, есть вам. Есть. Это вам? Спасибо. Пожалуйста. Всего хорошего вам. Спасибо. Все, бабушке Вале наборчик передаем. Поможем отнести. Елена нам помогала раздавать. Спасибо вам, Елена. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Обращайтесь по любому поводу. Хорошо. А ходунки? Бабушка лежит, женщина, она не может нам открыть. Елена передаст. Да, я передам. Хорошо. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Спасибо. Здравствуйте. Светлют, смотрите. Так, на одну сторону. Да, но они еще разработаются, будут мягче. О, хорошо. И прямо упираться по высоте, это, наверное, самый маленький, самый низкий. У нас маленькая. Маленького росточка. Так, удобно будет вам, да? Удобно. Спасибо вам а большое. А сюда куда-нибудь крючок и сумочку, ну, да, если в магазин. Если, да. Спасибо да. вам пожалуйста. Большое. Спасибо добрым людям, которые денежки да. там все пересылают нам, тем людям, которые нуждаются в этом. Да, хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, Яночка. Все, мы потом проверим, как у вас дела, научились? Научу. Приловчились? Научусь, он с палкой хожу. И с этим, ну, с этим, конечно, мне легче ходить. Щелчок был. Щелкнуло там, да? Да. Я вам Всё. Просто благодарна. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. До свидания, Людмила. До свидания. До свидания. Дай Бог вам здоровечка. Спасибо. Спасибо огромное. На собаку залазим. Людмила, ее квартира сгорела, живет в родительском. Мы наборчик передаем. Занесут. Людмила, спасибо всего хорошего вам. Большое. Пожалуйста. Всего хорошего, да. Трехкомнатная квартира сгорела. Тетя Лена, мы наборчик передаем продуктов. Ой, всего тяжелый. Хорошего вам, тетя Лена. Тяжелый. Ой, тяжелый. Да, ложите. Спасибо вам, Яночка. Хочешь спасибо. Занести? Да, спасибо всем добрым людям. Собака такая. Пожалуйста. Спасибо пожалуйста. Вам большое. Храни вас Господь.
Спасибо. И пусть у вас все будет хорошо в жизни, в личной тоже. Хорошо, спасибо. Какие вы красивые тут. Яркие, да? Вообще. Ну, да, я же вас этот мусор выносила. Спасибо. До свидания вам, Тритон. Не забывайте. Большое спасибо всем, кто принимает участие в этом деле, кто не остается равнодушным к чужому горю, к чужой нужде. Я вас сердечно за это благодарю и желаю, чтобы у вас было все хорошо. Благодарю также тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое. И всем пока-пока.